Ассоциация ТОС Ульяновской области – это команда активных, неравнодушных жителей, которые стремятся совместными усилиями решать проблемы своего дома, улицы, микрорайона, села. Активность ТОСовцы проявили и на общем собрании ассоциации. Каждый вопрос повестки обсуждался бурно, особенно последний, когда речь зашла о награждении ТОСов, работающих эффективно. Такая форма поощрения в ассоциации внедряется впервые. Сегодня принимали мы новых членов. Очень рада, что в ассоциацию вступает, она востребована. Сегодня приняли 48 ТОСов в нашу ассоциацию. Теперь у нас общее количество уже больше 100. Но, к сожалению, еще не все приняты. Со временем, думаю, что постепенно, мы никого не загоняем, придут все. Потому что от ассоциации, благодаря вот то, что поддержка была в этом году, у нас появилась исполнительная дирекция. Ассоциация сейчас оказывает юридическую помощь, бухгалтерскую помощь, методическую. После небольшого перерыва представители Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области впервые среди руководителей ТОСов провели обучение по программе «Общественный инспектор по охране окружающей среды». Цель этого обучения, соответственно, расширение Института общественных инспекторов по охране окружающей среды Ульяновской области. Данный институт начал формироваться Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области еще в 2017 году по поручению губернатора Сергея Ивановича Морозова. По словам заместителя министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматуллиной, сегодня на территории региона работает 22 общественных инспектора. За 2,5 года ими составлено порядка 30 актов, и по 7 актам возбуждены административные дела, которые, как правило, заканчиваются штрафными санкциями. Сегодня минимальный штраф на физическое лицо составляет 1 000 рублей, на юридическое – от 100 тысяч рублей, а незаконную добычу полезных ископаемых более 800 тысяч рублей. В 2019 году при выступлении президента, при послании президента Федеральному собранию основным направлением в работе экологической политики страны было отмечено вовлечение общественности, создание именно институтов общественных инспекторов. Опять-таки, переходя к Ульяновской области, здесь мы можем гордо сказать, что институт общественных инспекторов у нас создан и на сегодняшний день работает. Сразу после 40-минутного обучения будущих инспекторов состоялись экзамены. Те, кто ответил на вопросы экзаменационной комиссии, пополнил ряды общественных инспекторов региона. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.